В Краснодаре открылся новый дилерский центр Mitsubishi Motors группы компании Юкавто. Новый центр приобрел внешний облик и интерьер, который соответствует новому глобальному дизайну Mitsubishi. Так в интерьере и экстерьере доминируют черные и белые цвета в сочетании с красными деталями отделки. Новый автоцентр имеет общую площадь более 1500 квадратных метров, что позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда. Он стал 24-м по счету салоном, который переоформил свой облик в соответствии с новым глобальным дизайном Mitsubishi. Всего до конца года будет открыто 26 таких центров. Напомним, что новое дизайнерское решение было представлено в 2018 году и должно охватить 5000 торговых площадок марки по всему миру. Volkswagen Passat пережил обновление еще прошлой зимой, но до российского рынка посвежевшая версия доберется только следующей весной. Цены и комплектации пока не объявлены. Зато известно, что выбор модификации будет ограничен тремя вариантами. К нам приедут два бензиновых турбомотора, притом младшему, кроме семиступенчатого преселектива, будет полагаться и шестиступенчатая механика. Единственный тип кузова – седан, и возвращение в Россию универсалов не предвидится. Добавим, что сам рестайлинг получился достаточно скромным. Обновились бамперы, подправлена решетка радиатора, а наиболее явным отличием от предшественника стали противотуманки другой формы. Главные изменения в салоне – это дисплей приборки, а также медиа-система. В списке опций заявлены матричные фары, а главное – автопилот, который может работать на скоростях до 210 км в час.